Всем привет. Вот, я, как и вы, получаю много предложений участия в различных проектах, но в связи с ситуацией на Ближнем Востоке это сейчас часто проекты, связанные, да, с призывами к миру. Люди, которые действительно радеют за мир, не будут там выбирать гимн государства Израиль или боевую песню партии Хамас или там партии Фатах. Не правда ли? Есть огромное количество произведений. Это современных израильских композиторов, причем созданных специально под идею мира, под этот конфликт. Он не вчера начался, так скажем. Да, есть также произведения старых еврейских композиторов, как Оден Партуш, это Блох, это Барбер, это там достаточно посмотреть. Вот. Поэтому дважды думайте, прежде чем участвовать в проектах, где сегодняшний небольшой, так скажем, хайп может обернуться проблемами в будущем. Например, вы не сможете въезжать ни в одну арабскую страну, вы не сможете концертировать в Турции, вы не сможете концертировать, допустим, в Малайзии. Я полностью поддерживаю идею существования государства Израиль, я полностью поддерживаю его право на самооборону. Тем не менее, я также поддерживаю право палестинского народа на создание своего государства. Я вас крепко обнимаю, желаю всем хорошего начала недели.